юных музыкантов при общении к исполнительству на национальных музыкальных инструментах. В этих целях ежегодно проводятся фестивали инструментальной музыки, мастер-классы и семинары для руководителей коллективов. Кроме того, раз в 2 года проводится республиканский смотр на подтверждение присвоения звания «Народный образцовый коллектив любительского творчества Республики Дагестан». Друзья, все мы знаем, как богата, разнообразна и уникальна музыкальная культура наших народов. И сегодня представлять ее будут музыкальные коллективы и исполнители из Ахтынского, Куйбышевского, Дагадайского, Дербентского, Кайтакского, Кизлярского, Кумтаркалинского, Сергакалинского, Сулейманстальского, Лакского, Левашинского, Магараткенского, Ногайского, Тарумовского, Табасаранского районов, городов Махачкалы, Буйнакска и Избербаш. И как вы могли догадаться, открывает сегодняшний форум фестиваль под ваши аплодисменты детский ансамбль тамбристов «Шин» филиала села Кумбатар детской школы искусств имени Батырова, Нагайский район. Встречаем! Напоминаем, что дипломом награждается каждый участник за вклад в сохранение национальной музыкальной культуры под вашим аплодисментом. Попросим кого-нибудь, может быть, руководителя, выйти на нашу сцену. Позвольте вручить вам диплом. Спасибо большое вам за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы делаете. Уважаемая комиссия!